Всем привет! Сегодня 10 июля. Давно не снимал. Сегодня выходной. Решил немножко поснимать. Тут вон вылетели у меня зелененькие. 4 птенца. Желтенькие. Вот. У синих там один. Уже взросленький тоже. Было 3. Не знаю, один выжил. Некогда было все смотреть за ними. Сами по себе были. Только утром покормлю. Водичку поменяю. И на этом все. Желтенькие уже долины. Такие уже почти долинявшие. Ник там орёт. Вот сейчас яйца им дал. Вот просит, вроде зеленые уже сами едят, желтенькие еще пописки просят. Птенчики просят у самца, у папашки. Пойду попробую это зелени на руку, травки тоже дам. Вот такое прибавление получается. 4, 3 и там 1. 8 птенцов уже такие взрослые. 3 желтых, 4 зеленых. И один у синих, он там, наверное, какой-то белый был. Серебро, скорее всего, либо желтый. Еще точно непонятно. Косички там. Это желтенькие. Валера у меня в люберцах, ручной, который, потому что мне некогда с ним купаться, он кормит. Сам прозерка все. Да и желтенькие уже он смотрит, тоже там что-то ковыряется. Пророст, вот он пророст. Клюют во все. Налетели на папашку, на спешку в новых.
Самочка кормит тоже. Педа уже облазит. Наверное, они сейчас сами станут кушать, я их отсажу, все, хватит. Еще на очередную кладку сяду. Пошли кормить своего барбоса. Сейчас кондиционер включу, чуть-чуть открою, чтобы там прохладнее. Самочка уже почти долиняла. Башка красная уже стала. Видите, уже все почти что. Растут нормально все. Сейчас посмотрим тут тенца вот этого синего. Вот это у синих птенчик такой. Одинокий один. Желтенький он просит тоже. Синий пошел кормить. Он сейчас улетел сейчас. Тут семейство желтеньких. Рост резко.
все. Всем пока, на этом все.